наконец-то футбольный сезон добрался и до набережных Челнов. Так, в воротах Константин Баранов, номер 31, в обороне. А челнинцы сегодня вышли тоже в такой уникальной форме. Впервые для глазу болельщиков. Они, Гаглоев, разбег, удар по воротам, но Баранов на месте. Яковлев подает штрафную. Гаглоев попытается зацепиться, удар вот первый штангу. Удар, да, в штангу попадает с острого угла. Никакого ни у Черного, ни у Кирилова как таковой. А вот это может быть опасно. Воронин бьет по воротам. Нет, судья фиксирует положение вне игры. Отличная передача. Саша с мячом входит в штрафную. Пошла забалочка. А Яковлев! Яковлеву чуть-чуть не хватило дотянуться до мяча на районную штрафную команду. Итак, следует подача. Неплохой момент. Футбол объяснять не надо. Воронин решил пробить низом. Удачно. И вот это может быть опасная контратака. Кириллов сыграл на Гаглоева. Против него Криворог. Открывается штрафной. И Караев, и Яковлев. Рядом бежит Ушаков. Передача на Яковлева. Яковлев скидывает. Технично. Удар. Гол! Вот так вот. 1-0. Команд Ушаков впереди. Ушаков забивает. 1-0. И тут что? Сафин решил, теперь подает штрафную. Сафин, да, Бог здесь не там сумел сыграть на выходе. И теперь забирает мяч. Забирает мяч. И вот тысяча. Это может быть опасно. Подача в штрафную. Аюкину удар по воротам последует. Нет. Опасно. В концов. Это справа играет Цимбал. Передача в сторону Сафина. Удар по воротам. На месте Кобзев, браво. Что вот по итогам прошлого сезона было проведено обновление не только среди тренерского штаба. Он с мячом, один из активных футболистов Волги по первому вот тайму. Это не вот очень уверенно сыграл. Челнинца себе гол. И здесь нарушение правил. Ушаков там открывается, да, получает мяч. Осматривается, подача. Ох, здесь рука, да, и пенальти. А вот это внимание. Посмотрим, сможет и сейчас. Разбег. Удар и гол! Нет! Нет, смотрите, выручает свою команду Баранов. Да. Оказалось уже так близко. Яковлев с мячом. Посмотрите, удар. Передача на Караев. Караев, Караев, левой Караев. Момент, надо забивать. И Караев не смог реализовать такой хороший момент в конце первого тайма. Ну вот близок КамАЗ к концу первого тайма забить второй мяч. Близок. Принимает ульяновскую бомбу. Счет после первого тайма 1-0. Бывается по флангу, это может быть опасно. Передача на Черного. Он сыграл на Караева. Караев технично, здорово давит. Сыграл удар по воротам. И перекладина. И не попадает. И Караев по воротам. Воротом нет. Ну, Аюкин перехватывает. Значит, да. И Кириллов имеет пространство перед мячом. Получает Караев. Игра технично сыграл. Давид удар по воротам. Гол! Караев забивает. Мяч Караев забивает. Все сделал второй мяч. Непростой ситуации. Сумел опять же развернуться и точно попасть в угол. Тем временем Караев с мячом. Сыграть идет передача в какая сторону Гаглоева. Гаглоев! Удар и гол! Гаглоев исправляется за то, что не реализовал пенальтик. Александр Гаглоев, 71-я минута, 3-0. Приючен, капитан, первым поздравляет Гаглоева. Стал держаться больше. Караев с мячом. Да, слева Гаглоев, слева справа. Ой, здорово, как здорово! 4-0, Давид Караев. Блестяще Караев исполнил. Просто превосходно. Летает. Браво, по Давид. Полю. Поймал кураж, Давид. И 4-0. Похоже, похоже, шансов у Волги отыграться уже нет. Технично, технично исполнил Караев. Браво, Давид. И Гаджиев не стал его накрывать. И на листок, дорогие друзья, КамАЗ обыгрывает ульяновскую «Волгу» со счетом 4-0. Поздравляем всех любителей футбола и болельщиков «КамАЗа».